Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Традиционно на Первом городском утренняя зарядка. Меня зовут Наталья, и мы начинаем. Ноги вместе, глубокий вдох и выдох. Еще один раз, вверх вдох, выдох, марш, марш. 4, 3, 2, степ-тач. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Открытый шаг. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Рука вверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Круг. 2, 3, 4, 5, 6. Руки в замок. Поворот. 2, 3. На выдохе. 4, 5, 6, 7. Прямая. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Достаточно. Вверх вдох. Руки в стороны. Выдох. И переходим в перекаты. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Прячем руки за спину. 2 и 1. Пружинка в одну. 1, 2, 3, 5, 6, 7. И в другую. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ноги ровные, задержитесь. Ладошки вперед. Спина ровная. 3, 2, 1. Поворот к одной ноге. И держим. 4, 3, 2, 1. Переходим к другой ноге. 4, 3, 2, 1. Ладони переводим вперед. Стопы собираем вместе. Через круглую спину поднимаемся вверх. Вдох. И выдох. Исходное положение – широкая стойка. Стопы разворачивайте под углом 45 градусов. Ладошки в замке перед грудью. На 2 счета опускаемся вниз. На 2 вверх. Выдох. 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 4. Еще 1. На каждый счет 8. Колено находится над пяткой. 4, 3, 2, выдох вверх, 1, пульс, 3, 3, 2, 1, вверх, 1, 2, 3, вверх, еще 2, и еще 1, 3, 2, молодцы, собираем стопы вместе, встряхиваем ножки, следующее упражнение, выпад в сторону. 8, 7, тянитесь ладошкой в пол, 6, 5, 4, 3, 2, выдох вверх, вдох, 1, меняем сторону, выдох, 1, 2, 3, таз выводите назад, 4, 5, вдох, выдох, 6. Вдох, выдох, 7. Вдох, выдох, 8. Молодцы. Встряхиваем ножки. И переходим к упражнениям на коврике. Ложимся на бок. Одну ногу сгибаем. Упор на локоть. Рабочая ножка, носок направлен на себя. И работаем вверх. Подъем. Выдох, вдох. Выдох, вдох. 3, 4, 5, 6 на выдохе, 7, еще 8 раз, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, пульс, 3, 2, 1, вниз, 1, 2, 3, 1, 2,
Три, еще один раз. Три, два, один. Закончили. Поднимаем ножку вверх. И заводим нижнюю ногу к верхней на выдохе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь раз. Восемь осталось. Семь на выдохе. Дышите правильно. Три, два, один. Молодцы. Опускаем ногу вниз. Выполняем четыре маха одной ногой. Раз, два, три и четыре двумя. Четыре, три, два. Повторяем одной. Раз, два, три, четыре двумя. Четыре, три, два. Еще раз, два, три, двумя, четыре, три, два. И последний. Раз, два, три, четыре, две, четыре, три, два, один. Переходим на другую ножку. Махи вверх. Работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Осталось восемь раз. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, три. Пульс. Три, два, один. Вниз. Раз, два, три. Еще два осталось. И еще один. Раз, два, три. Опускаем вниз. Поднимаем ногу вверх. И работаем. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь раз. Восемь, семь, шесть, пять. Еще четыре. Три, два, один. Опускаем ногу вниз. Работаем четыре маха одной ногой вверх. Четыре, три, два, двумя, четыре, три, два, вверх, четыре, три, два, две вместе, четыре, два, три, два, одной вверх. Раз, два, три, двумя, три, два, и еще последний раз. Раз, два, три, четыре, две, четыре, три, два, один. Садимся на коврик, выполняем упражнение на пресс. Ноги согнуты в коленях, разводим руки в стороны, вдох, выпрямляем ножку, выдох. Еще вдох, выдох, округляйте спинку, вдох, выдох, три, вдох, четыре, пять, шесть, семь. Смена ноги, работаем, вдох, выдох, раз. Округляем спину. Два. Вдох, выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Достаточно. Опускаемся вниз на спину. Колени прижимаем к груди. Расслабляем мышцы живота. Оставляем одну ногу согнутой. Вторую выпрямляем. Руки заводим за голову. На вдохе опускаемся вниз, работаем. Выдох, два. Выдох, три. Четыре. Поясницу прижимайте в пол, поднимайте только плечи и лопатки. Еще два. И один. Смена ноги. Работаем вверх. Выдох, восемь. Семь. Выдох, шесть. Пять, четыре, три, два и один. Садимся на коврик и выполняем упражнение на растяжку. Ладони заводим за спину, выгибаем спинку, вдох, округляем, выдох, да? Вверх, вдох,
и выдох. И еще один раз вдох. И выдох. Заводим руки на колени, берем себя под коленкой, работаем одной ногой на выдохе, подтягиваем колено к груди. Выдох, вдох. Спину сохраняйте ровной. Выдох, вдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смена ноги. То же самое. Не забывайте держать спинку ровной. 2, 3, 4. Максимально выпрямляйте ногу в коленке. 3. Еще 2 и 1. Выпрямляем ноги вперед. Вдох. Тянемся вперед. Выдох. Задержитесь. Если у вас не получается далеко поставить ладошки, вы можете согнуть ноги в коленах. Еще 4, 3, 2, 1. Поднимаемся вверх. Садимся в позу лотоса. Округляем спинку. Выдох. Вдох. Прогиб в пояснице. И еще. Выдох. Еще 2 раза. Округлить спину. Вдох. Выдох. И еще вдох. И выдох. Вдох. На выдохе округляем спину. Еще вдох. И выдох. Выпрямляем ноги. Левую ногу ставим за колено. Разворачиваемся назад. 4, 3, 2, 1. Меняем положение. Четыре, три, два, один. На этом наша тренировка на проработку внутренней поверхности бедра окончена. Будьте всегда в тонусе и в отличном настроении.